У православных христиан сегодня начался Великий пост. Он продлится до Пасхи, который в этом году выпадает на 16 апреля. В это время верующие должны ограничивать себя в пище, и присоединиться к посту смогут и госслужащие. В столовых администрации президента, Дома правительства, Госдумы и Совета Федерации их будут кормить блюдами без молока и мяса. Ассортимент максимально разнообразный, при этом в специальное меню вошли несколько видов салатов из овощей, борщи и рассольники, а также плов с грибами и овощная паэлья. Цены на постные блюда варьируются от 30 до 150 рублей.